Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам текстуру пак мини-сити для Майнкрафта Pocket Edition. После установки текстуру пака в вашем Майнкрафте появляется мини-город, который сможете построить из различных блоков. И да, перед вами сейчас настоящий маленький город. Возможно, многие могли подумать, что это большой город, друзья. Но нет, на самом деле этот город построен из всего лишь из двух блоков. И вправду это очень классный текстуру пак. Также есть вот такая дорожка, и наверху, как видите, домика и есть специальная посадка для вертолетов. Ну, вертолетов здесь нет, к сожалению, но, друзья, есть вот такие домики, которые вы сможете ставить, и при наличии очень хорошей фантазии, или даже, можно сказать, богатой фантазии, вы сможете построить даже настоящий город. Ну, что ж там говорить, город, вы сможете построить настоящую страну, в которой будет царствовать империи. Я не знаю, что я сейчас сказал, друзья. Ну, блоков здесь и вправду очень много. И, ну, есть даже дорога. Ну, с дорогой маленько здесь все сложно. И это вы поймете, когда сами начнете строить эту дорогу. Потому что я не знаю, друзья, как они это сделали. Но то, что сейчас говорю, вы поймете уже сами, когда начнете это делать. Я не знаю, как они смогли это сделать. Что на одной стороне так, а на другой стороне уже так. Ну, это вы поймете, когда и вправду начнете делать свою дорогу, друзья. Есть также рельсы, которые есть в реальной жизни. Есть разные ковры, которые, например, бассейн, всякие крыши, и вы их можете устанавливать так же, как в виде крыши на дом, или, друзья, в виде бассейна, как я делаю сейчас. Выглядит довольно классно и очень красиво, и очень классный текстуру пак, который вы можете скачать, перейдя в описание данного видеоролика, друзья. Ну, сказать по идее о нем нечего, просто очень классный текстуру пак, который еще нужно доработать. Но на нем есть и вправду очень много багов, и надеюсь, в скором времени его исправят. Ну что ж, на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.